Друзья, вот такие вот фасовочные пакеты. 500 штук. 20 на 30 сантиметров размер у них. Вот цена на них 99 рублей. У кого дома есть кошки, наполнитель для кошачьего лотка. Силикогелевый. 3 литра. Вот то, что надо. Стоит это 262 рубля 10 копеек. Вот такой еще тоже наполнитель. Это уже древесный наполнитель для кошачьих туалетов. Дешевле. Стоит 124 рубля 80 копеек. Для кошек лакомство такое вот. Написано, для кошек лакомство, сочные мясные кусочки с курицей в соусе. Не брала я свою барсику, попробую сегодня купить. Смотрю, будет есть, потом напишу, как он, понравится, не понравится. Это что-то новенькое сейчас в Светофоре. Шермур. Лакомство стоит 49,80. Плов овощной. Крупа рисовая с овощами. Вот такое мясо добавить. И готовый плов. Тоже новинка Светофора. Стоит 49,90. Обратила внимание на гречку с овощами. Такая домашняя гарнира. Новый улучшенный вкус. 4 порции в упаковке. В томатном соусе. Можно попробовать взять. Стоит 48,50 гречка с овощами. Крупа гречневая. Красивым названием «Царь». Царь думает о людях. Как хорошо. Если бы это было так. Такая 5 пакетиков. Такая крупа стоит 36,90. 400 грамм, 5 пакетиков. Чайник электрический на 2 литра. 2,2 литра. Такой вот. Стоит 513 рублей 80 копеек. Такой. Обычно эти чайники. Такой вот открыт. Вот он. Вот так он внутри стоит. Смотрится. Вот. Запах у них внутри такой химический. Но этот чайник нет. Нет, нет. Такого запаха нет. Я понюхала, все хорошо. Цена хорошая. В принципе, вот такой чайничек. Стеклянные баночки. Горошка. Вот горошек зеленый. Написано из мозговых сортов. Ой, это... Удовольствие 67,70. Маслины. Тоже вот такие вот баночки. Как они выглядят. Такие. Без косточек. И оливки. Тоже. Вот они как выглядят. Зеленый. Так, все это в одну цену. Стоит по одной цене 129,90. Вот такой горошек еще из мозговых сортов. Тоже пишут. Зеленый горошек. Ну, у него уже цена 38 рублей. 420 грамм.
Баночки, смотрите, какие красивые корнишончики. Маленькие. Прелесть такая. Вот что здесь пишут. Пока она фокусируется, прочитайте, друзья мои, состав и все остальное. Но смотрится очень-очень симпатично, аппетитно, во всяком случае. Корнишоны стоят 105 рублей 90 копеек. Грибы, ассорти. Ботаника, вот такие они так выглядят. Тоже довольно-таки аппетитно выглядят. $134.60 за баночку. Вот так выглядят эти грибы. Поближе я вам покажу. Баночка. Ассорти. Зашла в холодильник, друзья мои. Вот так он у нас выглядит. Брала я здесь зелень. Набор ассорти. Значит, стоит 80 рублей 70 копеек. Знаю, все выглядит вроде так неплохо. И цены такие, смотрите, хорошие. Когда как. Иногда купишь, очень даже вкусно, съедобно. Вот, покажу вам, что у нас продают. Колбаса 442.50 модерн. В холодильнике, конечно, холодно. Такой шум. Если что-нибудь вы услышите. Ну вот я покажу вам, рискну показать цены. Может, кто-то напишет, кто покупал что-то здесь из мясного. Поражаюсь, сколько сейчас всего, откуда это мясо берется. На лугах стада не пасутся. У нас в Ярославской области я что-то не вижу. Но изобилие, конечно. Друзья, вот эта селедка, мы ее постоянно берем. Шхуна. Вот. Очень хорошая, рекомендую просто. Стоит 124.30 такая селедка. Постоянно берем. Потом ее чистим, шкурочку-то снимаем. И с луком, с уксусом. Очень вкусно. Такая селедка продается. Вот она стоит 28.70 за килограмм. Продается тесто слоеное. 1 килограмм 95.90. Вот оно такое. Слоенушка. Тоже берем иногда и так на скорую руку выпечку. Можно сделать сладкую. Нормально получается. Быстро и дешево. Вкусно тоже.